Ой, вопросы у вас вообще. Мы попросили 100 человек ответить на вопрос. Что такое любовь? Дрянь. Это вопрос для школьной анкеты. Смотришь на человека, он ест, и пусть он даже чавкает. Тебе от этого здорово. То, о чем ты не пожалеешь. Это когда двое людей. Ваши черты совпадают в унисон, и вот вам вместе комфортно. Вот. Чувство, которое... Как бы каждый, кто его чувствовал, знает. Любовь – это состояние. Любовь – это форма... Наивысшее чувство. Счастье. Забота. Забота. Это забота друг о друге. Любовь – это доверие. Наверное, то, без чего не можешь. У меня даже вот кот, он такой противный, я его все-таки люблю. Это состояние души. Гормональное явление в организме человека. Это химия? Химия. 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 Химия, когда вот у тебя, ну там, шерсть дыбом встает на руках. Искусная химия высочайшего порядка, которая пронизывает всю Вселенную. Физика и химия превращаются в эйфорию. Это энергия, а там что-то загорелось, потом нравится, не нравится, все. Очень добрые чувства. Это доброта в первую очередь. Наверное, когда ты просто рядом с человеком, забываешь обо всем. Это замечательное чувство, которое могут чувствовать не все, к сожалению. Я еще в жизни ни разу не любил. Есть у тебя девушка, ты видишь много других красивых девушек, и ты понимаешь головой, что они красивые, но они тебе не нравятся. Безусловное принятие. Что-то там. Это где-то там, понимаете? Вот оно, ёк. Самопожертвование. Самопожертвование. Для многих людей это движущее чувство, ради которого они готовы жить. Спрятать человека куда-то. Твое пространство преследует пространство другого человека. Тебе нужна эта женщина, и больше никто не нужен. Тебе это нужно, и ты этому нужна. Это многогранное такое понятие. Соседку зовут так на втором этаже. Вдохновение там. А внутренний душевный покой. Бабочки в животе. Эгоизм, разделенный на двоих. Любовь – это когда поет душа. Взаимопонимание с обоих сторон. Заинтересованность. Любовь – это такая привязанность к другому человеку, которая придает и тебе, и ему осмысленность существования. Уровнем активности дофаминовых рецепторов в мозге. Ну так себя настроить, чтобы видеть красивое. Большое, светлое. Совпадение. Преданность. Слово. Смотря в каком контексте. А вот когда не нужно думать над этим вопросом, вот она, наверное, и есть. У всех своя любовь. У каждого она своя. Любовь разная. Два три слова и не ответишь. Да кто бы его знал? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что такое любовь. Для меня любовь – это все вокруг. Не знаю, давно не испытывал это чувство. Оно не передастся в словах. Любовь – это самый древний бог. Любовь – есть все, что меня окружает. Желание. Быть вместе. Ценность. Взаимное понимание. Понимание, эмпатия. Когда ты не можешь. Не можешь ты без человека никак. Абсолютное принятие. И хочешь идти рядом с ним. И в радости, и в горести. Тепло при мысли, что ты можешь быть рядом. Ради чего ты живешь? Радоваться, когда другому хорошо. Совокупность некоторых ощущений. К детям любовь, она же безусловная, безусловная. А любовь – это уважение. Уважение между людьми. Бесконечное уважение и дружба. Способность слышать своего партнера. Любовь – это не объяснить. Моя любовь была в предыдущем интервью. Ну, это как это словами-то описать? Чувствовать это надо. Это то, что по-настоящему умеют делать только дети и собаки. Ну, мотивируют на новые жизненные подвиги. А как бы ты ответил на этот вопрос? Напиши в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И любите друг друга.